Что общего между казахами и ногайцами? Сходство и различия двух народов попытались определить члены экспедиции по следам предков. Путешественники добрались до дагестанского поселка Терекли-Мектеп, в котором проживают больше 20 тысяч ногайцев. Схожесть казахов и ногайцев прослеживается во многом, начиная от языка и литературы и заканчивая национальными костюмами и танцами. В Терекли-Мектеп национальным инструментом является дамбра. Их мастерит наш соотечественник Ахмедбек Санияз. 3 года назад его специально пригласили сюда, поскольку своих мастеров в поселке нет. Генетика позволяет не только определить эти связи, но также их датировать, то есть посмотреть времена расхождения вот этих генетических кластеров. Также можно посмотреть, из каких кластеров состоит ногайский народ, например, и какие кластеры этого народа близки к каким другим частям других тюркских народов.